Всем здорово, ребят. Ну что, вытащил. И все-таки новый талант. Ушло где-то коробок 300-350. И сейчас мы с вами его потестируем. Сейчас я вам прочитаю, что это такое, прокачаю. Это, ну, я считаю, с одной стороны, классный талант. И, опять же, он будет руинить, как всегда, многие локации. Увеличивает силу атаки. В данном случае у меня 93%, не максималка. Скорость атаки на 47% и восстанавливает 78% жизни с каждой атаки. Вот так вот. Такая вот у нас получилась Фрейя. Сейчас я гляну, чекну, она у меня должна быть на таблетке. Да, есть она у меня на таблетке. Мы сюда еще можем добавить, как вариант, ну, у меня истинной веры нет, она есть талантом. Истинную веру можно еще поставить обряд лечения. У меня обряда опять же нету. Давайте сейчас попробуем. Вот смотрите, вообще изи просто. Новую чарку поставили. В общем, у нас получилась идеальная Фрейя. Новая чарка увеличивает здоровье при атаке, снимает энергию вражественного героя, уменьшает силу атаки. Ну, опять же, по кулдауну. Ну, чарка такое. Ну, тоже, в принципе, прикольная тема. 4 секунды с 5 понижения. Ну, у нас мелкий левел. Тут это, я считаю, бессмысленно будет. Ну, пусть пока побудет. Наша основная задача – это талант. Фрейю, как вы знаете, очень часто на нее кидают блочку, поэтому мы возьмем сюда, как вариант, просто заменим, поставим Рудольфа. Если вальс требовал уклонения, то здесь вам надо просто попадать, просто бить. И чтобы у вас не было блокировки, также попробуем сейчас поставим сюда психощит. Вот такой вот вариант. Поехали, поехали просто в рейде посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, прошла блокировка. И у нас герой отхилился. То есть, насколько я вижу, отхиливается не фуловый. Ну, то есть, удар отхиливается просто 78% от всей жизни, что ли. Я вот не могу понять. Ну, можно сюда добавить обряд лечения. В принципе, снять Рудольфа, как вариант. Ну, конечно, тогда мы будем получать молчанку, что тоже не особо хотелось бы. Но, как вариант, психощит плюс этот, смотрите, нормально заходит. Как по мне, хорош. Даже спектры особо там не мешают. Чару поменять на обряд лечения, либо хранитель леса, как вариант. Да, довольно-таки классная тема, я вам скажу так. Плюс забор энергии. Ну, чарка, надо чарку более прокачать сильнее. Ну, скажем, 6-й хотя бы лавл, чтобы был. Тогда будет повеселей. Ну, давайте где попробуем. На тавр. Давайте попробуем против Зефира залететь. Как-то странно хилит себя. Очень, кстати, странно. Ну, тут молчанки поприлетали. Интересно, интересно. 78% написано. Или сколько там, или 90. Ну, какой-то странный отхил. Ну, поехали, смотрим дальше. Ну, в любом случае, как по мне, это реально вариант намного круче, нежели вальс. Потому что здесь скорость атаки увеличивается, сила атаки, конечно, не настолько увеличивается, но у вас есть еще отхил плюс скорость атаки. Вальс срабатывает только когда по вашему герою миссует. То есть там проблема у вас будет, если против вас будет хороший топ, у него будет точность. Вальс до одного места будет.
Так, ну давай, не станься. Блокировка. Видите, стан и все. И ни психощит, ни Рудольф не спасают. Ну такое, я не знаю, мне интересно просто посмотреть на отхил, какой же все-таки отхил. Ну давай, ты хоть куда-то пойдешь или нет? Интересно, а как чара срабатывает? Я пока не вижу. При атаке, а, только когда атакует. Ну то есть чара такое себе. На атакующие варианты еще куда ни шло, но опять же с кулдауном, мне кажется, обряд все-таки круче будет. А вот эта тема, ее надо протестировать. Но видите, вот просто тупо в стане стоит, нифига сделать не может. Это, блин, не Фрей, а инвалид. Давайте поставим вот этого, не Рудольфа, а слона. Так, ну ты пить будешь кого-то или нет? Что-то вообще какая-то отмороженная прям. А на фигню хилит, ребят. 32 тысячи. Я не могу понять, 76% от чего? От атаки, скорее всего. Но это 32к, ну тогда это все, это параша. Это реально параша. Я надеялся, что восстанавливает как вальс там от процентуального здоровья. А тут просто от атаки, судя по всему, 32к восстановления, это ни о чем. В реальности, да, 32к это чисто от атаки. Поэтому новый талант говно. Вот так вот. Думали, что будет имбалансным, но оказалось реально говно. 32к, ну вы скажете, да, блин, на некоторых, на бездонате это крутая будет тема для бездоната, то есть для Фрей, например, как вариант можно поставить увеличение, но опять же, зачем ей, если можно поставить там по 200 силы атаки, чтобы она просто фигачила полным ходом, плюс обряд лечения. Но 32к, ну блин, такое себе, хотя от каждой атаки, но... Обряд лечения хилит процентуально от удара. То есть он там сколько? 10% на максималке от хил дает. А это всего лишь 32к. Я думаю, что оно так проседает жестко. В общем, по таланту разобрались. Новый талант говно, как по мне. Ну, реально. 110% там, или 100% или 110% на максималке. Ну, это ни о чем. Скорость атаки... Такое себе тоже. Как на сегодня все равно дефные больше будут играть роль. Ну, скорость атаки на 50% увеличит. Но ударит она. И то она не ударит. Ее просто типа заморозку кинут, там, окаменение. Ну, то есть вариантов очень много, и она нифига сделать не сможет. И опять же, этот хил блокируется. То есть он не всегда, он блокируется недомоганием, суперпатами. То есть вы нифига сделать не можете. И 78% от атаки. Знаете, на ком бы интересно было посмотреть? Я думаю, на Зефире, как дополнительный какой-то дамаг. Но опять же, он работает чисто с руки. То есть это не скилл, чтобы вы себе представляли. Это чисто удар. Урон с руки, соответственно, ну, 32к, я не знаю, там, сильно ли вас спасет. Ну, возможно, против одной отражалки, да, спасет, но не более того. Поэтому, ну, не знаю, такое себе не особо мне зашло. Я ожидал все-таки лучшего. По поводу чарки. Чарка, опять же, срабатывает только, когда вы атакуете. При атаке снимает энергию и уменьшает силу атаки. С кулдауном. Ну, такое, знаете, на PvP локации на один раз, возможно, где-то зайдет. Но лучшая, как говорится, стабильность, это СС-ка, обряд лечения.
они все равно, мне кажется, будут получше, нежели вот эта, которая работает по кулдауну и, соответственно, у вашего героя либо отхил классный и жизнь теряется. Ну, жизни здесь, в принципе, 80%, в принципе, немало дают. Но, опять же, это все относительно. Обряд лечения еще и дополнительно восстанавливает. А здесь же получается забор энергии с кулдауном и уменьшение силы атаки героя. Ну, такое. В общем, я думаю, с этим разобрались. Пишите, что вы думаете по поводу этого. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.